Чуть больше года назад, 1 декабря 2016 года, правительство области начало работать в новом формате. Тогда же его возглавил Александр Смекалин. Одним из ключевых методов реформирования стал переход на проектное управление. Проделана большая работа. И перед Новым годом самое время подвести ее итоги и определиться с планами на будущее. Мы в прошлом году исходили из того, что председатель правительства возьмет на себя все оперативное управление в Ульяновской области и работу по всем важнейшим направлениям, которые должны обеспечить социально-экономическое развитие. Как отметил премьер-министр Александр Смекалин, одним из важнейших достижений стало создание эффективной команды. Премьер передал губернатору отчет правительства о выполнении задач, который ставил перед исполнительной властью глава области. Все главные цели по переформатированию работы, внедрению информационных технологий и переходу на проектное управление выполнены. Перед каждым министерством ставились конкретные задачи, что позволило перейти к более эффективным методам работы. Мы подготовили публичные декларации каждого исполнительного органа государственной власти на 2018 год, исходя из тех задач, которые ставили. Вот, они здесь также все обобщены. И, впервые мы так делаем, чтобы заранее все публично продекларировать. Да. Это все, надеюсь, будет на сайте. При составлении публичных деклараций учитывались пожелания жителей области и наказы избирателей. Все они, в свою очередь, опираются на принятый в этом году бездефицитный бюджет. Окончательно же итоги работы правительства за год будут подведены в начале следующего года. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости дня, Ульяновская правда.